Здравствуйте. Сюжет давнишний, 2013 года, но примечательный, поэтому решил сделать видео. Речь идет о задержании двух лиц, совершивших кражу со взломом из аптеки. Очевидцы рассказывают, что его внимание привлекли громкие звуки с улицы. Он выглянул, увидел, как двое молодых людей пытаются разбить стекло в аптеке. Он начал снимать. Они, разбив стекло, вошли в аптеку, спокойно вышли из аптеки, сели в автомобиль, и тогда подъехала полиция и начала их задерживать. Метод задержания путем тарана автомобиля вызвал большую критику на Фейсбуке, на Ютубе, ну и вообще в прессе. Критика была нацелена на то, что полицейские могли покалечить преступников. Полицейские признают, что метод нетипичный, экстремальный, но они мотивируют это тем, что они хотели избежать жертв среди пешеходов, либо участников дорожного движения. То есть преступники при погоне могли совершить наезд на пешеходов, либо совершить ДТП. Данное происшествие случилось в городе Вестерос, и полицейский шеф признает право полицейских на принятие такого решения. Министр юстиции высказалась по этому поводу. Она сказала, да, мое внимание это привлекло. Говорит о том, что, посмотрев видео, она поняла, что действительно людей нужно было заблокировать, потому что по сообщениям полицейских, они были под воздействием наркотических веществ. То, что им пришлось таранить аж два раза, она не берется комментировать, потому что она говорит, полицейским на месте было виднее, как им поступить. Они действовали по оперативной обстановке. Насколько я знаю, против полицейских, проводивших задержание, не было применено ни дисциплинарных, ни каких-либо других мер. На этом все. Всем пока.